Туда пройти, туда щелкнуть надо, там вот стрелка. Вот сюда? Да, нажимайте. Вот просто нажмите ее. Нажать? Вот она еще продвинулась. Ага. Вот они, ворота наши, вот в калитку вы заходили. Вот, видишь? Вот чуть-чуть еще вот, а прошло. Теперь что? Налево, потом... налево крутите, вот сюда, вот. Вот она, видите? Трех... Вот она где. Вот шестой номер. Человек, тут колонка. Вот удивительно. И как фотография-то такая интересная. Как, ну, она как будто не... Вот я теперь... Приблизить можно, удалить. И так весь город видно. И он находится около Москвы, и нам вот это скинул. Ну еще мы будем теперь дурака валять-то. Давай, я не хочу, мои данные персональные, твои болячки кому не нужны. Я уж тут даже ролик поставил, я говорю, человек, если поймать преступника, сегодня как, они там биометрические данные, где лоб, какой треугольник, ни бородой, ничем не скроешься, нигде. Да. Они по костной ткани делают. И выходит, 50 тысяч человек идет, и всех до одного прибора снимают. Если ищут такого преступника, там да, сразу сигналы дали, тут же его захватили и все. А как по-другому-то? Ну мы говорим, плохо, что подрывают поезда, плохо, что в метро взорвали, плохо. Ну а как от этого избавиться-то? Ну давайте с позиции тех людей, которые руководят чем-то. Да. Ну нельзя так вот все это. Боятся сами не знать. На меня влияет это? Нет, никак. Как я спал, вставал, ел, так все осталось где-то. Может быть печать какую-то? Нет, ничего нету. Но это люди сами на себя напускают. То есть люди боятся цифры 666, а не Бога. А 666 страница в книге в каждой есть. А вырвать ее? Ну еще лучше. Я знаю, тут были такие, которые всего боялись, а сами ненависти такой. Газета придет, там Брежнев или кто-то, они ему иголкой, глаза выкалывают. Главное, на стуле сидеть нельзя, только на скамейке. Скамейки вдоль это сделали. Ну, бред. У старобрядцев тут один был, а ему сказали, женщина, если она была там в нечистоте месячной, что, то сел ты, а ты даже не знал, она слезла. Ты уже нечистый, а ты заходишь. И в самом деле. Он тогда стал ходить пешком и по трамвайному пути идет. А ему говорят, да зараза-то она какая разница, она и тут распространяется. Ты идешь и все равно. Его опять напугали. Теперь он стал ходить между путем. Два пути он между путями. Из-за женщины. Понимаете, это сатана пашет на людях. Даже пища и так говорит, ничто не предосудительно, если принимается с молитвой и благодарением. Апостол Павел пишет Тимофею. Наша задача молиться, другого у нас нет. Вот смотри, вышли, это наш дом, рядом. Василий сразу сказал, что вот она. Вот он как просветел, смотри. Даже Воронцовка есть. И Воронцовка есть, ну, наверное. Потеряевка, все дома, как вы снимали, там все есть. В Потеряевку-то они вот такую не приезжала машина снимать. Там сверху, наверное. Это наш дом. Труба Володя топит каждый раз. Провода идут. Вот он столб, который мы сейчас смотрели. Ну, пожалуйста. Давно ли это было снято, не знаем где-то. Бояться надо Бога. А это никакого значения не имеет. А тут вот написано. Дата съемки. Июль 2017. О, то есть свежая. Ну да. Вот дата... я сколько смотрел, ни разу этих букв не видал. Дата съемки вот там написано. Видишь, наша калитка. Ворота, береза, вон елка видно где, вон елка. Тут и береза одновременно. А что, вот. Хорошо, и где-то президент увидит, что дороги плохие. Да, вот. Конечно. Ну, ничего тут такого я не вижу, чтобы... Вот, пожалуйста, развернуть, можно вдоль улицы. Как народ живет. Вот она наша улица, вот сейчас пойдете вдоль домов, смотри, вот. Пожалуйста. Ну, это удивительно все. Удивительно. Это Бог делает. Так можно и так и навести, а можно и качество хорошее. Даже говорить не надо. Нас ничто не отлучит от любви Божией во Христе Иисусе. А щелочку-то что ей подрезает? Мешает? Что подрезали? Из-за чего? Ну да, мешало. Тут же операции делали. Не надо приучать тут... подрезать. Нет, нет, не подрезаем. Именно из-за глаза подрезали, что операцию делали. А так-то нет. Тут еще и лобик он разбил. Тут, вот тут зашивали его. А что там было? Упало и разрезало лоб. Упало, тогда вопрос другой. Это надо, чтобы не падало. Нет, нет, они этот. Все, нет. Не замерзете у нас здесь? Не, хорошо. Нет. Ну ладно тогда. У вас что еще есть? Сказать-то что-то хотите, нет? Может, какие-то у вас есть откровения?
Я уж не спрашиваю сновидения. Псалтырь учат. Что-то спросить, может, хотели. Мама-то позвонила, баба ваша, книги мы уже сегодня принесли, сготовили. Ничего больше не просили? Нет, все. Нет. Ну, от нас что зависело, то и... Спаси Христос. Остальное. Так вот. С соседями-то у вас хорошо? Да, сосед голубей держит, я вот тоже с ним посоветовался, он говорит... ну, ты, говорит, с России-то привези хороших голубей-то. Ну, а хорошие это не ко мне тогда. Нет, а он говорит, именно хороших дикарей. Вот. Ну, наши сильные голуби, очень сильные. Потому что которые были, и они не выдерживают холодов. Я тогда достал цветом белые, привез, и с ними перепутал. И вот они теперь, этот гибридный, они стали крепкие, но уже тех качеств у них нету. До этого у меня были, они вихрем идут, куркудакаются, а это редко какой перевернется. Да мне это и не надо. Я люблю воркование. Вот так. Вот находятся и люди, заботятся о нас. Так я еще тут хотел показать свой вот этот. Сейчас покажу. Как люди работают над этим. Видишь, вот святой Иоанн Златоуст, сейчас еще вот сюда зайду. Не знаю, что такое настройка вот эта появилась, все время надо ее тыкать где-то. Вот Иоанн Златоуст. Теперь что у нас здесь? Вот события есть какие. А вот это Иоанн Златоуст насчитаны 12 томов. Это какая книга Библии? Это архипелаг ГУЛАГ. Добротолюбие считаю. Тут Игорь считает. Это житие святых. А это они наши ходили уже 1000 с лишним на елку. Милиция их задержала. И не задержала, подошла. Видел, нет? В этом году? Да вот только что. Нет, еще не смотрели. Три минуты. Нет, милиция, еще не. Полиция подошла тут с ними. Нет. Вот она. А визитку, брат, надо. Я есть здесь. Сладко есть. Да, да, это здесь. Смотрите-ка, милиция интересуется, что раздает. А? Милиция интересуется, что раздает. Ну да, но они должны, это порядок. Патриаршее здание, там посмотрел, он им подарил, и все, отошли. А то они будут по... Это вот... В 18 у себя как раз говорится о том, как родился Иисус Христос. Организация уже у нас. И никакой организации, честно, вообще. Свои сами, свои деньги, да. Купил сам дело подарки. Мы сделаем. Я хочу забыть. Люди такую же радость испытывали, как я. Да. Вот у них работа тоже. И зимой надо работать, и ночью. Надо еще. Мы ничего против не имеем. Смотри, как внимательно изучают-то. Вот теперь я сейчас вернусь и еще покажу, как эти теперь, которые работают, помогают. Вот, посмотрите, сейчас мы дальше пройдем. Я каждый день выставляю 10 роликов. 10, это много. Теперь, как она идет? Что-то такое открытым оком. Том первый. Видишь как? То есть здесь что такое? Для Слова Божия нет уз. Это книга. Смотри она как. Я ткнул, она дальше. Смотри как. Где она? Остановил, просчитал, страница сама, даже листать не надо, вот как сделано, пожалуйста. Я продерну сюда, какую страницу надо, мне она покажет, пожалуйста. Это мое стихотворение, оно помещено тут. Мы одни в Потеряевке.
великими людьми 20-го столетия Игнатий считает Горбачева и Солженицына. Горбачева за то, что только он мог расшатать коммунистическую твердыню. Только он трехчасовыми речами мог усыпить бдительность коммунистов. Солженицын – пророк. Лагерь стан. С утра до ночи Игнатий в православном лагере. Слово стан указывает на статус лагеря. Видишь как? Только ткнул, дальше пошла, как не ставит сама. Видите? Как сделали книгу. Надо считать дальше только раз, остановил. И вот нашлись люди, которые насчитаны из Златоуса, это 12 томов. 1262 файла новых. Представь, сколько появляется. Так я могу даже данные эти выдать. Что у нас еще получается? Библия, 156 файлов, полностью вся Библия. ГУЛАГ, 76. Добротолюбие, 230 файлов. И вот сейчас житиями работают. Очень трудно там, когда они были, 1173 жития. Но несколько уже лет назад ни один человек очень сильно помог, работал. И выставил около 300. А дальше-то стоят, теперь этому надо их смотреть, чтобы не второй раз не поставить и не пропустить. Он там метелит их. И они сейчас идут, уже еще почти 300 или 400 уже опять поставлены. Я бы никогда этого не сделал. Это люди разные. Один в Америке, это который там замещал не так, Крючков Андрей говорил. А это вот Новиков и Евтушенко, два Сергея. Я молился 37 лет об этом. Как из зала. Они у меня лежат, как склады под замком. А они теперь распечатали, выставили на прилавок. Сегодня не придет человек, завтра придет. Это наше дело стараться делать, чтобы доступным сделать. Что не ладно, не ладно. Мы сразу к Василию отсылаем туда. Что-то у нас не ладится. Он проходит время, я все сделал. Вот так. Так что тоже давай трудись. Мы тебя помним. Все на этом. Давайте-ка мы вас проводим туда, если ничего нет. И сразу за стол. Я даже сходить могу с вами. Давайте. Еще не забудьте. Да, на это уже ногами не ступайте. Вот где-то. Там только когда ногу поставишь туда. Так, тогда все. Так, все, выключаю камеру. Да, выключаю. Ага.